20 мая 2015 года, вот в детском парке, недалеко от Анапки, вот здесь вот, был пир силен, видимо, какой-то корпоратив такой серьезный, потому что следов деятельности оставили очень много. Вот курочку ели, шашлычки, видимо, жарили, и даже тут остался вот мангал стоит, пожалуйста. Вот. Пепси-кола. Ну, а самое главное, конечно, ничего не убрали. Видимо, попытка была как-то навести порядок. Вот тут мешок стоит, но, видимо, сил не хватило. Сил не хватило. Хотя бутылок-то из-под водки не наблюдается. В основном пиво пили. Ну, видимо, так было хорошо отдыхающим, что они решили оставить все как есть, понадеявшись на коммунальные службы города-курорта Анапа. Заканчиваю свой репортаж.